покоряют сладостями. Владимирская мастерская пряников «Шоколада» ручной работы сладелия готовит вкусные сувениры к чемпионату мира по футболу 2018. Несколько пряников будут представлены на стенде Владимирской области в Сочи на инвестиционном форуме. Он пройдет с 15 по 16 февраля. А пока здесь, во Владимире, Наталья и Дмитрий Акишины колдуют над вкусными сувенирами с изображением герба города и символом чемпионата – мячом. Всегда эскиз какой-то есть в голове, либо на бумаге, то есть в зависимости от того, какой это пряник. В данном случае он у меня в голове, да, я примерно представила, ну, то есть я посмотрела на логотип, какие цвета здесь, да, будут сочетаться хорошо, понятно, что красный и белый. И они примерно похожи, пряники, но, тем не менее, отличаются, если вы видите, по форме, по обрамлению. Супруги пришли в этот бизнес полтора года назад. Он менеджер из Сластёна, она филолог и равнодушна к кондитерской продукции. Тем не менее, союз сложился. Пряники и шоколадные изделия не только вкусные, но и качественные. В мастерскую используют только натуральные продукты. Шоколад из Бельгии, пюре для мармелада из Франции. К слову, мармелад – одна из новинок мастерской. А пока в сладелии идет подготовка к 23 февраля. Мы уже сделали коллекцию шоколада, то есть это шоколадные инструменты, шоколад, шоколадные фигурки для мужчин. То есть они интересны, это вкусный шоколад, их приятно и подержать в руках, и попробовать на зуб, что называется, да, на вкус. И впереди, конечно, пряничная коллекция. Ну, она сейчас в разработке у нас. В планах у пары печь торт и увеличить количество мастеров. Евгения Палагина, Стас Трегубов, Губерния 33.